Ребята, это грузовичок. Давай посмотрим, из каких деталей он состоит. Это переднее колесо. Это заднее колесо. Это второе заднее колесо. Это рама. Это капот. Это платформа для установки фургона. Это дверь. Это кабина. Это крыша. И, наконец, сам фургон. Наш грузовик готов. Ну что, поехали! А теперь совет от доброго рыжего ежика. Переходи дорогу только на зеленый свет и только по пешеходному переходу. Чтобы посмотреть следующий мультик, нажми на картинку.